итоге в номинации «Самый лучший символ года» гран-при удостоена объединенная компания «Рустехнологии Муром» и их «Красный дракон». Первое место у ЗАО «Муром». Также гран-при, но уже за самый профессионально-тематический новогодний арт-объект разделили «Муром Аш Завод» и «Муп Эфир» с их телевизором. Самый веселый новогодний арт-объект у Муромского территориального управления Горьковской железной дороги. В номинации «Самый красивый новогодний арт-объект» гран-при завоевало управление жилищной политики. Самым сияющим стал новогодний арт-объект промышленно-гуманитарного колледжа. Самый оригинальный у управляющей компании «Фортуна».